Первый транш макрофинансовой помощи от ЕС Украина получит до конца года. В этом уверен министр иностранных дел Павел Климкин. Я напомню, 13 сентября в Киев прибудет зампредседателя Еврокомиссии по вопросам финансовой стабильности Валдис Домбровскис. Ожидается подписание меморандума о взаимопонимании, в котором закрепят условия 4-й программы помощи для Украины. Я напомню, что речь идет об 1 миллиарде евро.